Мы продолжаем наше с вами обучение, но сегодня у вас было потрясающее обучение именно по продуктовой части. Весь час, да, вы знакомились с нашей инновационной серией, это эксперт-серия по уходу за лицом. Я надеюсь, что вы получили действительно нужные, необходимые знания в области по уходу за лицом и, конечно же, познакомились с нашими легендарными уже сериями, несмотря на то, что они новые, они уже действительно легендарные. Но я буду с вами сегодня говорить, конечно же, о сути нашего бизнеса, о сути нашего проекта, о том, как, каким образом можно зарабатывать деньги, сотрудничая именно с нашим международным проектом «Территория роста». Ну и, конечно же, как обычно, я бы хотела узнать, какая у нас сегодня аудитория. Поставьте, пожалуйста, единички, кто сегодня впервые на нашей встрече. Я жду ваших откликов, чтобы мне понять, да, чтобы я понимала, какой процент именно те люди, кто сегодня впервые на встрече именно по бизнесу. Замечательно, Вероника, Евгения, мы вас приветствуем, добро пожаловать в нашу команду. И вот еще Вера, да, всем добро пожаловать. И, конечно же, давайте будем знакомиться непосредственно с сутью бизнеса. Итак, если говорить об интернет-индустрии вообще в целом, если говорить о развитии интернет-направления, развитии интернет-бизнеса, онлайн-магазинов, почему именно это направление на сегодняшний день мы рассмотрели именно в рамках нашего проекта «Территория роста»? Вот здесь вот есть, вы видите слайд, на котором просто цифры, да, диаграмма и цифры. А цифры говорят сами за себя. Цифры – это факты. Знаете, можно сколько угодно говорить, что это ново, что это сегмент рынка, который сейчас интенсивно развивается, но самое лучшее подтверждение – это, конечно же, факты, это когда вы видите четкие конкретные цифры и обратите внимание, с какой скоростью растет и просто развивается интернет-индустрия на сегодняшний день. Да, если поначалу это шли какие-то незначительные проценты, да, незначительные товарообороты, незначительные объемы продаж, то на сегодняшний день это, конечно же, вот смотрите, 2012 год и 2017, это уже с перспективой, да, в два раза, больше чем в два раза увеличение объема продаж через интернет-магазины. Действительно, это новое направление, и я могу сказать, действительно, оно новое, несмотря на то, что уже достаточно большое количество лет, да, можно судить, уже продукция предлагается, любая абсолютно продукция предлагается через интернет-магазины. Но это только начало, мы в самом начале развития. Если говорить про Республику Беларусь, то в особенности, потому что в нашей стране это еще очень-очень все новое, и знаете как, очень хорошо, наверное, очень сложно быть первыми, но в этом тоже есть свои собственные плюсы. Ну и если уже ближе к нашему проекту, то что мы предлагаем? Мы предлагаем абсолютно каждому из вас открыть свой собственный онлайн-магазин. Свой собственный магазин, чьим хозяином будете именно вы, тем более сейчас, да, можно, вы сами, я думаю, на сегодняшний день достаточно часто пользуетесь услугами интернет-магазинов или пользуетесь услугами различных информационных уже именно ресурсов каких-то. И сегодня мы вам предлагаем, даем вам персональную собственность, уже готовый онлайн-магазин. Да, сейчас более подробно рассмотрим. И если говорить об информационном веке, то, конечно же, сейчас абсолютно, наверное, все уже можно привязать к интернету, уже завязано, не просто можно привязать, уже завязано на интернет-индустрии. Сейчас платежи, которые мы производили раньше, когда-то, да, через банки, через какие-то другие учреждения, запросто делаются, просто берете в руки мобильный телефон, устанавливаете мобильное приложение и вы уже оплачиваете, да, удобно, неважно, где вы находитесь, не нужно стоять в очередях. Если говорить о приобретении каких-то билетов, о приобретении просто-напросто продуктов, тоже закончилось дома что-то, можно не выезжать из дома, в частности, если вы молодая мама, да, у которой дети дома, и можно, не выходя из дома, уже все покупки заказать домой. Это очень удобно. В частности, если кто-то, да, молодые люди, допустим, они не любят шопиться, да, очень удобно. Посмотрел в интернете, что-то подобрал даже с одежды, заказал.
Нужно что-то там, я не знаю, для машины сейчас, для машин очень много заказывают. То есть все, чего бы, какой вот, какого бы сегмента рынка ни коснулись, абсолютно все предлагается, абсолютно все можно найти посредством интернета, да, и сделать. То есть и услуги, и продукты, это все идет сейчас тоже, предлагается, да, потребителям посредством интернета. И, ну, уже что говорить там о каком-то общении, да, хотя казалось, вот интернет очень классный, очень здорово, возможность общаться, но в то же время, конечно же, не забывайте о том, что можно общаться и вживую, офлайн жизнь, она осталась. Но в то же время, да, смотрите, если ваши родные живут где-то далеко, как здорово сейчас, абсолютно спокойно и достаточно дешево общаться со своими родными, не просто общаться, да, позвонить по телефону, а видеть друг друга. Это, конечно же, информационный век, и это его преимущество. Так вот, если говорить о том, что вы становитесь владельцем своего онлайн-магазина, интернет-магазина, в чем заключается ваша работа? Ваша задача – создать поток покупателей в ваш онлайн-магазин. Сейчас это будем разбирать более подробно, да, каким образом, что можно сделать. Но для начала несколько преимуществ, да, смотрите, их очень много. Я не буду, наверное, каждое преимущество затрагивать. Я думаю, что большинство из них вы и так сами понимаете, буквально вот нескольких коснусь. Если говорить, самое первое, наверное, оно очень удобное, в нем большая суть заключена, то, что бизнес полностью помещается в ноутбук, то есть неважно, где вы находитесь, неважно, в какой стране мира вы живете, вы можете развивать свой онлайн-магазин, вы можете развивать свое интернет-направление, вы можете развивать свой международный бизнес, просто чтобы главное у вас был ноутбук, компьютер, да, может быть, планшет. Доступ к интернету, все, вы владелец уже владелец своего собственного бизнеса, и вы мобильный, вы можете уехать куда угодно, вы всегда будете на связи, и вы всегда будете в курсе того, что происходит у вас, да, с вашим бизнесом, как он развивается и как вы его сами развиваете, да, то есть все полностью, я бы сказала, даже в карман можно поместить, если взять, допустим, просто телефон, мобильный телефон, хороший, да, и посредством его тоже можно работать. Ну, не так удобно, наверное, будет, как если бы через ноутбук. Но даже так кто-то работает и кто-то тоже развивается. Конечно же, преимущество в том, что доход официальный, то, что решены уже все вопросы логистики, решены все вопросы организационного плана, то есть там юрисденции, бухгалтерии, это все тоже решено. Плюс то, что вы становитесь самостоятельным, знаете как, не самостоятельно, вы сами на себя работаете. Вы не подчиняетесь, как на обычной наемной работе, кому-то в плане, вот у вас нету директора вот в том понимании, как есть на наемной работе. Но при этом, я могу сказать, у вас гораздо больше обязательств, у вас гораздо больше именно обязательств за свой бизнес, потому что вы в этот бизнес потом будете и уже приглашать кто-то, да, или потом будете приглашать людей, и, конечно же, вы несете ответственность за свой собственный бизнес, за свои действия, и вы несете ответственность за свою команду в том числе. Вы вместе работаете. Здесь нету такого понятия, что кто-то работает на кого-то, вы совместно развиваетесь, да? Вы совместно развиваете бизнес. Все идет на взаимовыручки, взаимопомощи, взаимообучение, то есть здесь все взаимно. Здесь невозможно просто брать от кого-то, да? Нужно обязательно тоже давать, обязательно тоже учиться. Вот в этом очень большой плюс, то, что, знаете как, что значит вот нету зависимости тоже от начальника, в чем большой плюс? Если вы хотите какую-то мечту реализовать, вы будете свою мечту здесь реализовывать. То есть хотите заработать, то есть, в чем это заключается? Хотите заработать денег на путешествие, вы заработаете на свое собственное путешествие. Вы не будете здесь, работая, помогать осуществить мечту, там, допустим, как на обычной работе своего руководителя. Здесь, ну, опять же, если вы сами себе начальник, только вы сами себя можете уволить, сократить, наказать, больше это не может сделать никто, потому что это не наемный труд, это бизнес-сотрудничество, но опять же, здесь нужно понимать, что вы несете ответственность друг перед другом.
Конечно же, нету финансовых рисков. Смотрите, здесь тоже большой плюс. Поймите, это бизнес, и здесь требуется вложение. Но вложения здесь идут не финансовые. То есть, если взять обычный какой-то розничный магазин, подумайте, сколько денег нужно вложить в открытие обычного розничного магазина. Вот мы сейчас предлагаем магазин с очень хорошим сегментом продуктов, продукты, которые нужны абсолютно каждой семье, абсолютно в каждом доме они есть, и если точно такой же магазин, но в розницу, да, традиционно вы решили бы открыть, просто сами подумайте, можете написать в чате, можете сами просто для себя посчитать. Вот даже давайте так, напишите, вот как вы думаете, сколько нужно вложить, чтобы ну, минимально какой-то магазин открыть и потом уже получать с него прибыль, чтобы он начинал работать. Вот как вы думаете, сколько денег нужно вложить в обычный традиционный розничный магазин, ну, возьмем косметической продукции, для того, чтобы работать, для того, чтобы стать владельцем этого магазина. Вот сколько денег на ваше усмотрение нужно вложить в аренду, в продукцию, в оплату сотрудников, во все налоговые отчисления, во все отчисления, там, я не знаю, государственные идут, да, там по пожарной безопасности, очень-очень много всяких оплат производится дополнительно. Вот просто подумайте, сколько там денег вкладывается, да. Здесь же несколько тысяч долларов, я могу сказать, Диана, действительно, 10 тысяч, не меньше, действительно, я могу сказать, даже не 10, как правило, а варьируется там 20, 30, 40, 50, то есть вот от этих сумм отталкиваются. И не факт, что эти деньги потом возвращаются. Просто вспомните сами, как часто вы видите вывеску. Мы открылись, а через 2 месяца уже новая вывеска, уже нового магазина на этом же месте, опять же, да, мы открылись. Ну, может, не через 2 месяца, но где-то полгода, год проходит зачастую, как меняются вывески магазинов, и кто-то закрывается, кто-то открывается. Вот там есть финансовые риски. Здесь финансовых нету абсолютно, то есть вложение есть, как я говорила, но вложение здесь временное, здесь прямо пропорционально вы получаете отдачу, вы получаете обратно уже свой доход, в зависимости от того, сколько времени вы вложили, вы именно отработали, вы провели их с целью, да? Немножко не поняла, Светлана, давайте буду дальше продолжать, да. Что еще? Конечно же, здесь есть вознаграждение не только в виде денег, есть вознаграждение, даже, знаете, как это, стимулирование бизнеса в плане отпусков, ну, если говорить обычным традиционным названием отпусков, на самом деле у нас называется конференции, банкеты директоров, то есть корпоративные мероприятия высочайшего класса, которые организовывает компания, которые организовывается тоже для, в том числе для нашего онлайн-проекта и для партнеров, те, кто развивается, те, кто, конечно же, показывает очень хорошие результаты. Вы можете отдыхать за счет компании на таких курортах, как, допустим, ну, вот в следующем году это будет круиз по Средиземному морю на 6-звездочных лайнерах, 2 лайнера зафрахтовано, затем будет конференция в Майами, были у нас конференции в Бали, Рио-де-Жанейро, что там, Оман, да, страны такие, Канарские острова, Париж, то есть страны, в которые по большому счету, ну, не всегда ты можешь попасть, и не всегда можешь съездить и отдохнуть, поэтому, конечно же, здесь действительно высочайшего класса. Но я думаю, что вы тоже читаете, какие преимущества есть, ну и, наверное, самое последнее, 2, возможность передачи бизнеса по наследству. Это то, что, вот смотрите, если в обычном понимании, если когда работает человек, он начинал с какого-то там, ну, низшего звена, дослужился до замдиректора, до генерального директора, вышел, да, на предприятие какое-то крупное. И скажите, как часто вот этот вот генеральный директор может передать свое место, да, именно свой стул, да, генерального, свой пост, вернее, генерального директора, своему сыну или своей дочери, или кому-то из своих родных, да, практически невозможно, знаете, как это, ну, как говорят, есть такое понятие, да, ну, не за спасибо, да, конечно, можно это решить, но это маловероятно, что
именно ваши родные придут, во всяком случае, им нужно дослужиться, опять же, до этого поста, да, пройти какой-то вот карьерный уровень, карьерный рост для того, чтобы попасть именно на такой же уровень. Если говорить про наш бизнес, вы запросто, отработав несколько лет, может быть, десятков лет, там, 10-20 лет отработаете, у вас будет очень высокий уровень и по карьерной лестнице, очень высокий уровень дохода, и вы на этот же уровень можете все передать абсолютно своим детям, может быть, кто-то своим внукам, то есть близким родственникам вы можете переписать по наследству. Ну, что значит по наследству? То есть вы уйдете на заслуженный отдых, вы начнете отдыхать, вы заработаете уже достаточно денег для того, чтобы свободно и путешествовать, и наслаждаться жизнью, но при этом ваш бизнес останется в вашей семье и перейдет по наследству. И это, конечно же, дает потрясающую свободу. Свобода на будущее вашим детям, но при этом, конечно же, бизнес, который и в чем преимущество проекта, вы получаете свободу именно в общении со своей семьей. У вас гораздо больше появляется времени для общения с детьми, может быть, для общения со своими родными, для общения с родителями, для того, чтобы времени больше уделять детям, да, вы точно попадаете на все утренники, вы точно попадаете на все мероприятия, которые организовываются и в школах, и в детских садах у ваших детей, да. Конечно же, вам не нужно ни у кого отпрашиваться на какие-то мероприятия семейные в то же время, да, даже если среди недели, это очень круто. Ну и, конечно же, вы запросто можете уделять время для любого своего хобби. Вот в этом замечательное преимущество именно нашего проекта. Ну и, конечно же, какие ресурсы, то есть есть преимущества, но важно понимать, какими ресурсами вы можете воспользоваться для развития. Конечно же, это уже, как я говорила, да, у вас есть глобальные сайты, международные сайты, которые уже организованы, их работа организована, отлажена, система работает. Есть, конечно же, доставка, логистика уже тоже организована, бухгалтерия. Компания полностью несет ответственность за продукцию и, конечно же, все возможные, знаете, плюшки такие, да, акции, подарки, бонусы, поездки, это все тоже уже организовано и предоставлено самой компании. И, конечно же, наш партнер, да, компания Replay, на сегодняшний день какие факты можно сказать в адрес, вернее, отметить именно по отношению к данной компании, это, конечно же, цифры, которые говорят сами за себя. 62 страны, в которых представлена сама компания. На сегодняшний день уже 49 лет на рынке. Раскрученный бренд, да, товары, которые востребованы абсолютно каждой семьей. То есть, смотрите, одно дело можно предлагать, там, я не знаю, ну, какие-то супер-пупер, какие-то новые технологии, там, я не знаю, добавки какие-то там, топливо, чуть недавно слышала, есть такое, предлагают, там, предлагают, может быть, одежду, предлагают посуду какую-то, да, и гарантию дают пожизненную на эту посуду, да, это, конечно, здорово, это высокое качество, но как часто люди используют эти продукты? Если же говорить о нашей продуктовой линейке, продукты для здоровья, косметическая продукция, это то, что есть абсолютно в каждой семье. Каждое утро, каждый вечер любой семьи начинается с использования именно этой продукции. И, конечно же, очень серьезный товарооборот, он причем растущий, да, товарооборот. И, конечно же, официальный легальный доход, то есть вы защищены на законодательном уровне полностью по получению дохода по сотрудничеству с данной компанией. Ну и еще один плюс, это, наверное, который относится к руководству, самому руководству компании, есть основатели компании и есть генеральный директор, это тот человек, который на сегодняшний день ведет всю политику компании, представляет компанию. Магнус Бренстром очень известный человек именно в бизнес-индустрии, не только на косметическом рынке, вообще среди компаний, ведущих прямые продажи, да, то есть работающих таким образом, таким методом работы, на сегодняшний день это один из самых известных людей именно на всей планете. И подтверждение тому, да, вот смотрите, в начале, ну, весной этого года Магнус Бренстром получил престижную премию в области именно прямых продаж. Он занимал очень высокие посты в различных ассоциациях, да, в том числе в ассоциации прямых продаж, он возглавлял ее. Поэтому очень много привилегий, очень много наград, которые Магнус получал, и, конечно же, он всегда находится
топ-лидерах именно среди всех стран, которые ведут, которые работают именно в области прямых продаж. Какие еще плюсы? Конечно же, на сегодняшний день компания, если говорить про Республику Беларусь, держит первую позицию уже на протяжении, не знаю, наверное, лет 8, может быть, 9 лет, является косметической компанией прямых продаж номер один. Выбор года – это если говорить о косметической продукции. То есть это первая позиция, вы всегда можете увидеть данные логотипы, да, то, что мы номер один, даже на каталогах компании, это, конечно же, очень-очень большой плюс, и это наша гордость. И ну, вот здесь вот на фотографии вы видите нашего генерального директора, это Екатерина Мамедова, вот с дипломом, да, подтверждением того, какую награду получили в этом году, ну, по итогу прошлого года. Я могу сказать, компании именно Reflame Беларусь на сегодняшний день очень много наград. Вот здесь представлено буквально несколько, очень-очень мелко, потому что их превеликое множество, я не знаю уже сколько десятков просто всевозможных наград компания Reflame Беларусь имеет на сегодняшний день. Это только в нашей стране. Если говорить в целом по миру, то ну, это сотни, просто сотни наград всевозможных, которые, конечно же, есть копилки компании именно глобально. Один из плюсов, то, что я говорила, да, есть косметическое направление, есть направление именно по здоровому образу жизни. На сегодняшний день у нас представлена линейка продуктов. Очень рекомендую вам в пятницу включиться и посмотреть, в 7 часов вечера будет вебинар именно по данной категории продуктов wellness. Даже хотя бы просто для того, в частности, кто новички, подключитесь, послушайте, что же это за продукт. У нас тоже очень много наград, у нас самые лучшие сертификаты, да, вот следующий слайд – это сертификаты, подтверждающие качество, в частности, не только сертификаты, подтверждающие качество и продукции wellness, и продукции в целом именно нашей косметической. И очень много наград уже на сегодняшний день, которые вручены именно по линейке Wellness, да, вот одна из премий тоже по итогу прошлого года, это действительно гордость, это большая гордость, потому что продукция, которая представлена, кстати, в Республике Беларусь, если мы говорим, то эта продукция официально представлена в наших аптеках, то есть не где-то как-то через какие-то там каталоги дополнительно предлагается, нет, а именно через аптечную сеть. Я могу сказать, что достаточно сложно было компании выйти с предложением таких продуктов, как серия продукции Wellness на белорусский рынок, потому что были жесточайшие требования по сертификации данной продукции. И белорусскую, вот наша продукция прошла белорусскую сертификацию и была допущена именно к продаже и продается на сегодняшний день через аптеки. Это очень-очень большой плюс, опять же, да, в копилку преимуществ нашей компании, преимуществ нашей продукции. Поэтому обращайте внимание, я не буду говорить ничего больше по нашей продукции Wellness, обязательно просто включитесь еще раз в пятницу в 7 часов вечера и послушайте, услышьте, что, чем же уникально, чем же особенно именно данная категория продуктов. Но суть бизнеса, да, в чем суть любого, абсолютно, какой бы вы бизнес ни взяли, это, конечно же, создание товарооборота. Чем больше товарооборот проходит через ваш онлайн-магазин, тем более прибыльный бизнес вы получаете. И, конечно же, смотрите, создать товарооборот можно двумя способами. Один из способов вы точно слышали, вы точно знаете, и зачастую именно с этим способом почему-то связывают саму компанию. Это личные рекомендации. Да, это классный способ, ну, в частности, если вам очень быстро нужны деньги, ну, какие-то карманные просто деньги, деньги там на хорошее питание, почему бы нет, вы можете просто рассказать о тех продуктов, которые вам нравятся, то есть дать личную рекомендацию по использованию тех или иных косметических продуктов, которые являются, знаете, любимчиками вашими. И действительно, вы знаете, как не сама цель там заниматься продажами, а просто расскажите, как часто вы просто, ну, девчонки в частности, да, как часто мы делимся какими-то рекомендациями. Что мы можем рекомендовать? Да абсолютно все, начиная там от рецептов, вот сейчас там, я знаю точно, кто-то
сезон, да, летний, осенний сезон, и какие-то закаточки ставите, вы же делитесь рецептами, делитесь, это рекомендация. Вы сходили в кинотеатр, вам понравился фильм, вы рассказали об этом, ваши знакомые, друзья пошли в кинотеатр, это рекомендация. Кстати, благодаря тому, что ваши знакомые пошли, кинотеатр заработал денег, да, увеличил свою прибыль. Вам же за это ничего никак, никаким образом, ну, не перепало. Если же вы рекомендуете нашу продукцию, то кроме того, что ваши знакомые используют действительно высококачественную продукцию, вы еще и получаете доход и от самой компании, и, конечно же, еще на курсовой разнице вы очень хорошо выигрываете. Поэтому такая возможность есть, но не она является целью нашего проекта. Опять же, возможность есть, кто-то ею пользуется. Но я хочу поговорить именно о создании тех оборотов, которые позволят, знаете, не просто улучшить качество продуктов на вашем столе, в вашем холодильнике, а которые помогут улучшить качество жизни. В частности, добавят, может быть, путешествие или улучшат путешествие, добавят, может быть, возможность делать те подарки, которые вы хотите, добавят возможность покупать машины, покупать квартиры. То есть вот это на продажах вы точно не осуществите. Вот здесь вот это можно связать только с бизнесом. С любым бизнесом и, в частности, с нашим тоже. Помните преимущество. Традиционный бизнес, сколько нужно вложиться, здесь вы вкладываетесь временем. И как правильно, как грамотно использовать время, что нужно делать, какую работу нужно вести. Знаете, на самом деле здесь три пункта очень важных, я их просто озвучу без слайда. Это, конечно же, пользоваться самостоятельно продукцией, проходить обучение, то есть посещать обучение в виде вебинаров и, конечно же, приглашать людей в свою команду. Вот 3П – пользоваться, посещать и приглашать. Вот это, знаете, формула успеха в нашем бизнесе. И если говорить о самом процессе, да, что мы делаем, вот если говорить о приглашении, то как, каким образом приглашать? Вы ведете информационные рассылки, вы оформляете заявки онлайн, вы проводите скайп-встречи, вы работаете в соцсетях, вы работаете со знакомыми, с незнакомыми. Методик работы превеликое множество. Вы выбираете ту методику, которая вам, ну так скажем, по душе, которая вам больше нравится. Тот способ и метод работы, который ложится на ваши какие-то жизненные ценности. И, конечно же, который, ну, будет по вашему усмотрению или по вашему уже, может быть, какому-то опыту минимальному, он будет наиболее успешным именно для вас. Поэтому, конечно же, просто приглашайте людей, приглашайте по-разному, используя разные методики. И следующее, да, посещайте обучение. Обязательно те, кто только-только к нам присоединился, ближайшие 2 недели просто практически каждый день посещайте вебинары, смотрите вебинары. Даже если вы попадаете, казалось бы, на вебинар, который вы слушали или вчера, или позавчера, то есть тематика вроде бы та же, но я могу сказать, меняются спикеры, меняются проводящие, и вы, может быть, услышите что-то, ну, другое, что-то иное. Обязательно, конечно же, обучение, которое проходит в субботу, это просто базис, то, с чего начинается, да, осознание, понимание, и там как раз-таки в субботу рассказывается о методах, всевозможных методах работы, рассказывается маркетинг-план, что, как, каким образом нужно делать для того, чтобы здесь зарабатывать. И, конечно же, если говорить о, что я говорила, посещаем, да, пользуемся, и еще... Так, что-то перескочили у меня здесь немножко слайды, хочу вам другой слайд показать. Нет, это немножко перемиксую. И пользоваться продукцией. Если говорить об использовании продукции, смотрите, когда вы пользуетесь косметической продукцией в каком-то магазине, вы туда относите свои деньги. И по большому счету отнесли, отдали и забыли, получили какой-то продукт, ну и классно, и здорово. Если же вы пользуетесь в своем собственном магазине, вот сейчас вы владелец своего собственного магазина, первое, вы покупаете напрямую у себя в магазине, плюс вы получаете постоянно 20% скидку на всю продукцию, это очень хорошая скидка, это не 3, не 5, даже не 7, не 10%, это 20%. Это очень значимый процент именно скидки, поэтому, конечно же, используйте. И что самое важное, смотрите,
Опять же, в сравнении, если бы вы открыли свой собственный розничный магазин, вложились бы там деньгами, вы бы ходили к соседу, покупали аналогичную продукцию, которую вы продаете, вы предлагаете через свой магазин, или бы вы покупали в своем собственном магазине. Вот просто подумайте. Вот здесь то же самое. У вас сейчас свой собственный магазин. Вы раскручивать будете свой собственный магазин или вы будете раскручивать магазин какой-то другой торговой сети, там, у Дяди Вани, допустим, да? Ну, не буду называть какие-то магазины конкретно, просто назовем у Дяди Вани. То есть вы очередной раз, когда совершаете покупку тех продуктов, которые есть в вашем магазине, просто подумайте, насколько это логично или нелогично. Потому что здесь, пользуясь сами у себя, вы и скидку получаете, и денежные отчисления вам идут. То есть вы в первую очередь сами, да, строите, выстраиваете товарооборот по своему магазину. Вы являетесь примером тоже для своей команды. На это вот обращайте, конечно же, внимание. Ну и если говорить о создании большого товарооборота, да, то каким образом он создается? Ну вот опять же, да, чем больше товарооборот, благодаря вашему сервису, тем выше ваш доход. На примере. Ну, здесь еще остались старые белорусские рубли. Я думаю, что это даже ну, для большинства из нас еще глазу более понятно. Смотрите, одна семья тратит на косметику, это статистика, по Беларуси в среднем 300 тысяч белорусских рублей, ну или на сегодняшний день 30 рублей. И если мы возьмем, большинство из нас живет в каких-то многоквартирных, многоэтажных домах, предположим, 180 квартир в вашем доме. И смотрите, каждая семья, вот эти вот деньги в среднем, да, мы берем в среднем, потому что кто-то тратит 300 тысяч, кто-то миллион даже тратит на семью в месяц, кто-то тратит 500 тысяч, кто-то тратит только 100 тысяч, может быть, но в среднем это статистика, да, 300 тысяч белорусских рублей. Вот эти вот деньги семья в любом случае потратит, в любом случае отнесет в какой-то магазин и сделает суммарно товарооборот на 54 миллиона. Хороший товарооборот? Я думаю, отличный. И вот представьте, если бы, да, ну вот мы берем пока теоретически, если бы эти все 180 семей пришли бы в ваш магазин и сделали вам такой товарооборот на 54 миллиона белорусских рублей. Это было бы очень хорошо? Это было бы, ну, так себе или очень хорошо? Это было бы, ну, неплохо, то точно, да? То есть они могут сделать товарооборот суммарно или же в разных магазинах или в вашем собственном. Так вот, мы рассказываем, как, каким образом сделать так на наших обучениях, чтобы люди шли именно в ваш магазин и создавали в вашем магазине такой товарооборот. И вы будете получать процент от проведенного товарооборота. Ну вот я могу сказать, если бы в вашем магазине прошел товарооборот на 54 миллиона белорусских рублей, то ваше обратное отчисление было бы где-то ну, 4-6 миллионов. Просто когда люди пришли и купили в вашем магазине. Как правильно подать рекламную информацию, как правильно заинтересовать людей. Это не значит, что вы пошли бы по каждой квартире и начали бы продавать кому-то. Нет. Как сделать так, чтобы люди сами самостоятельно пришли в ваш магазин? Вот это вот нужно понять, что ваша задача не самостоятельно, беря корзинку там с продукцией и разносить по каждой этой семье. Нет. А как сделать так, как подать информацию так, чтобы люди сами самостоятельно пришли в ваш онлайн-магазин и сделали, совершили свои покупки на ту продукцию, которая им необходима именно в вашем магазине. Вот грамотная организация вот таким образом дает вам очень хороший товарооборот по вашему магазину и, соответственно, очень хороший доход ваш собственный. И смотрите, 180 семей, казалось бы, ну, такая хорошая цифра, где же я найду этих 180 семей? А не нужно искать 180. Найдите хотя бы 5 человек, которых заинтересует наш бизнес, которые захотят точно так же очень активно развивать свой собственный магазин и продублируйте это все в несколько раз.
То есть вы найдете пятерку своих людей, тем, кому действительно нужны деньги, тем, кто готов поработать ради этого, потому что я могу сказать, не все хотят работать. Почему вот говорят, да, ой, если бы все было так прекрасно, как вы говорите, у вас бы все уже были бы давно в Oriflame. Да нет, да не будет такое. Точно так же могли бы все, можно сказать, что почему же все не идут юристами работать, почему же все не идут там экономистами, бухгалтерами работать. Но каждый выбирает свою стезю, каждый выбирает свое направление. Мы ищем тех людей и предлагаем мы всем, но приходят те, кому это действительно нужно. Поэтому вот ваша задача найти пятерку, найти пять людей, которым действительно это будет интересно, и точно так же они включатся в работу очень активно. И каждое дублирование по пятерке, конечно же, дает очень быстрый результат и, конечно же, очень быстрый выход на те суммы дохода, которые нужны вам. Я могу сказать, что есть градация, да, есть тоже карьерная лестница, это можно стать менеджером, можно стать директором, ну и дальше там очень-очень много еще ступенечек, там будет следующий слайд, вы увидите, что огромное количество ступенечек есть. И в чем смысл, в чем задача? Смотрите, не самостоятельно вот этот вот товарооборот организовывать лично самому. Ваша задача сформировать команду партнеров, найти тех людей, кому этот принцип, эта суть бизнеса тоже будет интересно, интересен будет сам бизнес. Вот ищите просто партнеров в свою команду. И, конечно же, ищите делать акцент на тех людей, кто готов работать, кто не просто говорит о том, что ему что-то нужно, но он готов ради этого что-то сделать. И тогда, конечно же, именно вас будут поздравлять с достижением звания директора. Это не просто красивое там название директора, да, это очень много привилегий, очень много преимуществ, очень хороший доход, вы видите, да, прекрасная единовременная премия, дополнительные бонусы всевозможные, участие в программе «Мой автомобиль», когда можно автомобиль в подарок получить, да, с автосалоном, приглашение на банкет директоров на две персоны, это, кстати, закрытое мероприятие, куда билеты, ну, никак, никогда вы не купите. Вот на мегафорумы, на различные большие встречи можно купить билеты, поехать и принять участие. А вот на банкет директоров вы точно никогда не купите, потому что там только, так скажем, выполнив определенные условия, квалифицироваться можно на данный банкет. Поэтому, конечно же, создаем команду партнеров и используем это направление. И я хочу отметить, что на сегодняшний день в рамках нашей команды запущена группа ускоренного роста. Знаете, она вот эта вот группа, она открыта абсолютно для каждого человека, кто готов на сегодняшний день расти, развиваться, кто готов очень быстро, очень интенсивно развивать работу своего онлайн-магазина, очень интенсивно создавать команду единомышленников, команду партнеров. И действительно в рамках этой группы можно очень классно прокачаться личностно, прокачаться именно как прокачать свои доходы тоже. Поэтому, конечно же, если интересно, просто обратитесь к тем людям, которые вас пригласили, и поспрашивайте, что же такое за группа ускоренного роста, бизнес-прокачка. И в рамках проекта нашего уже огромное количество людей зарабатывает деньги, огромное количество есть директоров, тех людей, кто уже получил свои первые премии. Вы видите, что здесь не только девушки, здесь, конечно же, это семейные пары, семейная пара Марины и Дмитрия Городникова. Я с супругом Дмитрием. Следующий слайд – это Анна Козловская, золотой директор компании Oriflame, которая в прошлом году получила две сразу премии, это 1500-2000 долларов. Екатерина Дробицкая, Людмила Тарнопович, Алла Болдырева, Наталья Бирюкова, Светлана Парфенович, Юля забыла фамилию. Юля, кстати, девушка, которая в 18 лет получила свою первую премию от компании и, конечно же, была самым молодым, пока вот это самый молодой директор в нашей команде, но я думаю, что в ближайшее время, конечно же, у нас появятся еще более молодые девчонки и ребята, которые получат свои первые премии раньше, чем в 18 лет.
Юлия, вот, Юлия Хомицкая, Ольга Хомицкая, 2000, да, Наталья Мозговая, Тамара Семеновна Рудова, Зинаида Сафонова, Оксана Жирнова. Смотрите, все такие разные, но именно это те люди, которые услышали, увидели возможности проекта и воспользовались. Ну и, конечно же, наши наставники, наши топ-лидеры. Семейная пара Елена Рокоча и Денис Бирюков – это те люди, которые создали, которые организовали онлайн-проект «Территория роста», кто на сегодняшний день, семейная пара, которая входит в топ именно 15 Республики Беларусь, занимая 8-ю позицию на сегодняшний день. И, конечно же, очень активная, очень быстрорастущая команда лидеров именно в их структуре. Поэтому у нас есть у кого учиться, ну и вы видели, да, премия, которая получена именно Еленой и Денисом. Вот это фотография с нашего последнего банкета директоров на берегу Минского моря. Мы очень круто отдыхали, несмотря, казалось бы, на такую достаточно пасмурную погоду. Было очень круто, было очень жарко, было очень весело. И, конечно же, было что отметить, было за кого порадоваться, потому что вручались премии. Люди получали абсолютно разные премии, от 1000 долларов до 6000 долларов были вручены в рамках этого банкета директоров. Люди растут, люди развиваются, и, конечно же, все это используя возможности, которые я вам сегодня перечислила. Ну и если говорить о лестнице успеха, то вот она, я могу сказать, вот в самом-самом начале вы видите, самая первая премия – это уровень директора, все остальное дальше гораздо большие премии, гораздо более крупные цифры и, конечно же, более серьезные выплаты, которые предлагает компания на каждом из уровней развития. И еще пару слайдов напоследок, я уже заканчиваю, напоминаю, что для того, чтобы расти, для того, чтобы развиваться, нужно искать команду лидеров, команду единомышленников, команду тех людей, кто точно так же захочет развиваться в рамках этого проекта, как и вы. Почему? Потому что, смотрите, до уровня директора это определенный просто уровень товарооборота, который проходит через ваш магазин. Если говорить дальше, вот вы видели всю карьерную лестницу, то каждый последующий уровень это просто-напросто количество людей, которым вы помогли открыть точно такой же онлайн-магазин, помогли им сделать очень хороший товарооборот, который позволил им выйти на доход минимум от 1000 долларов ежемесячно. Очень хорошая выплата, очень хорошее денежное вознаграждение в течение месяца, поэтому принцип в чем? Принцип в том, что помогайте людям, которых вы любите, которые вам дороги. Я думаю, что если говорить о том, что я могу помочь кому-то выйти на уровень дохода с очень серьезными отчислениями, очень серьезными деньгами, то кому, как ни своим родным, ни своим близким, рассказать об этих возможностях. Поэтому стремитесь и действительно рассказывайте возможности абсолютно разным людям. И смотрите, вот здесь вот вы видите годовой доход в долларах на каждом из уровней. Да? Вы можете посмотреть, можете выбрать каждый для себя, какой уровень дохода ежегодный, да, ежемесячный, можете сами посчитать. Вам нравится больше всего, соответственно, потом просто скажите, что вот мне понравился уровень дохода там 40 тысяч долларов, или может быть 250, а может быть вам миллион понравился годовой доход, и просто скажите об этом тем, кто вас пригласил на данную информационную встречу. И буквально несколько цифр, которые были выплачены компанией за последние несколько месяцев, и вы видите, какие это отчисления, да, какие это суммы, какие это цифры, и, конечно же, все это выплачивается в компании. Очень большой плюс то, что у нас нету задержек зарплаты, то, что у нас нету каких-то, там, я не знаю, знаете как, сегодня мы вам дали премию, а завтра мы ее заберем. Или сегодня мы вам решили выплатить премию, а со следующего месяца мы решили вам больше не выплачивать премию. Нет, если в компании что-то заявлено, то оно не меняется просто так. Всегда маркетинг-план, если он меняется, он всегда только улучшается, никогда не становится хуже. Вот в этом гарантия, в этом плюс именно проекта в рамках данной компании. И, наверное, хочу завершить вот этой вот фразой.
Те, кто утверждает, что это невозможно, не должны отвлекать тех, кто это делает. К чему эта фраза? Смотрите, как я говорила, огромное количество людей приходит в наш бизнес, кто-то уходит, кто-то остается, кто-то вообще не доходит, кто-то хочет слышать, кто-то не хочет слышать. И это нормально, еще раз говорю, это нормально. Но наша задача найти тех людей, кому это будет интересно, найти тех людей, кто готов поработать, кто готов вложить свое собственное время для того, чтобы заработать на свою собственную мечту. Не на мечту своего начальника, не на мечту еще кого-то там, а на свою собственную. И, конечно же, в этом случае будут те, кто будут вам верить, будут те, кто не будет вам верить. Но самое важное понимать, что получится или не получится, зависит только от вашего собственного принятого решения. Если вы увидели здесь какие-то возможности и хотите их воплотить, хотите их реализовать, хотите себя проверить, просто действуйте. Не обращайте внимания на то, что будут говорить рядом. Всегда прислушивайтесь только к тем, кто успешен в этом бизнесе. Никогда не останавливайтесь и не слушайте тех, кто просто понаслышке, просто от кого-то там услышал, что это не работает. Если у кого-то одного даже просто получилось, значит уже работает. А здесь получилось у просто сотен тысяч людей на сегодняшний день, кто активно развивается при сотрудничестве с компанией Oriflame. Поэтому я вам желаю получить свой максимум от компании, я вам желаю рассмотреть здесь те возможности, которые позволят вам достичь каких-то целей, реализовать какие-то свои собственные мечты, мечты своих детей, мечты своих родных. Здесь возможности есть. Просто рассмотрите их и воспользуйтесь ими. На этом у меня все. Вам сегодня отличного вечера. Завтра, напоминаю, у нас вебинар «Час успеха» в 8 часов. Обязательно подключайтесь.